Ну что, фиюшечки, волшебушечки, которые обожают меня. Теперь пришло время обожать и себя. Обожать меня – это, конечно, хорошо. Я классная, я молодец. Кто молодец? Я молодец. Кто умничка? Я умничка. Наша задача – научиться хвалить себя. Вот прям реально. Знаете, вот мы из-за того, что когда росли, нас родители постоянно критиковали. И когда мы вырастаем, то вот этот вот навык благодарить, быть признательной, обожать себя, благословлять себя, оду себе петь – у нас не развивается. Ну почему? Потому что родители это им не обладали, поэтому мы бачим, что мы бачим на сегодняшний день в обществе, да, вот все, что нам показывает эта атмосфера. И это навык, который мы развиваем по отношению к себе. Поэтому, так как я говорю о том, что мы зеркалим друг друга, поэтому вы ощущаете, что я в гармонии сама с собой, поэтому вы это ощущаете, и вы становитесь к этому тоже причастный, соучастником моей благодати. Потому что я в контакте сама с собой. Я в единении с сама собой. И это же послание я посылаю вам. Вы это ощущаете, а это естественно быть в контакте с сама собой. Как я говорю, быть здоровым – это естественно. Быть больным – это неестественно. Для нас быть здоровым – это естественно. Быть нездоровым – неестественно. Это у нас перевернули все с головы до ног. Фармацевтическая компания тебе сказала, что болезнь – это норма, а здоровье – это не норма. Да? И у нас даже так, было бы классно, если бы я был бы здоровым. Как будто это что-то такое недосягаемое, невозможное. Хотя наше тело, инстинкт самосохранения, как раз-таки работает на том, чтобы здоровье – это было естественно, то есть целостность. Да? Что такое здоровье – это когда все целое, ничего не повреждено, все нормально. Поэтому у нас есть психическое поле, его еще называют аура. И вот эта аура есть наш дух, потому что он намного больше. И у нас есть физическое тело. И давайте раскроем грани жизни, потому что я говорю, что каждый комментарий нам помогает раскрыть какую-то грань нашей жизни, потому что расширить наш кругозор, потому что мы настолько мало знаем на самом деле. И поэтому вот мы видим то, что мы видим. Поэтому люди сидят в ТикТоке. Что они таким образом делают? Они удовлетворяют свой мозг, который не хочет тратить энергию. Наш мозг, он совершенно не хочет тратить энергию, и он делает все, чтобы эту энергию не тратить. Он такое, знаете, ленивое существо, которое нас имеет. Поэтому вот я села, даже сейчас вам расскажу такую ситуацию, я села, чтобы разработать курс. Прежде чем я села разработать курс, это же надо думать, прорабатывать, надо составлять, то-то-то-то-то. Такая думаю, дай-ка пойду поплаваю. Потому что мозгу не хочется думать, на это надо много тратить энергии. А пойти поплавать – это удовольствие, это понаслаждаться, это порефлексировать и так далее. Пошла поплавала, пришла. Так, душ надо принять. Опять. Мозг пытается все сделать, чтобы не думать. Пошла до душ приняла, села. Так, кофе надо выпить. И вот полтора часа я собиралась, чтобы сесть и сделать конспект. Ну, то есть начать думать. Думать обстоятельно, созидательно, формообразовательно. Почему? Потому что когда-то я так же, как и многие из вас, ходила на работу ради денег. Но в какой-то момент своих проработок, опять-таки, это все проработки, когда ты связываешься со своей здоровой частью себя, твоей мудрой составляющей, потому что у каждого из нас есть мудрая составляющая, как я говорю, до Бога нам 20 сантиметров. Но из-за того, что тут куча завалов, вы вот эту мудрую составляющую многие из вас не слышат. Иногда этот голос пробуждается в виде интуиции, в виде какого-то такого инсайта, но потом опять какие-то дела, и тебе некогда слышать. И мозг делает все для того, чтобы вот туда ты не обращал внимания, потому что мозгу важно, чтобы у тебя был инстинкт самосохранения, поэтому он тебя держит на дофаминовой бомбе, и он тебе дает постоянно вот это вот няшки. И потом ты говоришь, надо же на работу ради денег пойти. Не хочу, ну деньги нужно же делать. Поэтому я точно так же, как и выходила на работу ради денег, потом в какой-то момент, в какой-то из проработок, это была очень глубинная проработка, прямо у меня вылезла эта мысль, эта идея, она мне как озарила мое сознание. А что будет, если ты на работу будешь ходить не ради денег? Деньги – это как само собой разумеющиеся вещи, это, знаете, как бонус. А что, если ты будешь на работу ходить ради идеи? То есть ты будешь нести идею. То есть ты идеолог, который несешь некую идею. Знаете, это как светоч, да? Как
И вдруг у меня в этот момент открылось, боже, да это же моя миссия, нести идею, просвещать, создавать, формировать, чтобы люди были здоровы на всех уровнях. Потому что я топлю именно за то, чтобы люди были здоровы с Творцом, здоровы сами с собой, здоровы с лицом иного пола, здоровы с точки зрения отношений с деньгами, здоровы с отношениями. То есть здоровы по всему, потому что здоровье – это естественно. А не здоровье, это неестественно. И мы сегодня видим больное общество, которое мы видим вокруг нас, и вот эти войны об этом говорят, и люди умирают, и ранние смерти, и дети, и все. И я понимаю, что так я же идею пришла, я же принесла миссию, призвание. У меня есть все составляющие, чтобы эту миссию осуществить. И именно это дает драйв, это дает возможность утром встать, проснуться. Так вот, что касается моего драгоценного мозга. Это же надо думать, это же надо размышлять, это же надо погружаться, это же надо составлять, это надо формировать. А мозг говорит, да, ну тебе надо. У тебя есть вот как бы минимум денег там на хлеб с маслом и на икру. Вот сиди себе и мовчи, и жуй это. То есть наш мозг не любит какие-то перемены, он не любит, чтобы у нас был дополнительный расход энергии. И поэтому большинство людей, они вот как бы достигли какой-то планки, да, и все, и вот они на этой планке и живут. И их внутренняя натура зовет и говорит, давай, и он начинает ее звать, вот это состояние нетворенности. А ты все время говоришь, да нет, это не я сам, и это у тебя включается синдром самозванца. Ты говоришь, ой, кто угодно, только не я. Ой, да вы не того человека выбрали, это я так раз размышляла когда-то. Вот, вы не того человека, вы не на того человека ставку поставили. Ой, да я же не мужчина, чтобы идею нести. Вот мужчина идею, ой, понятно, а женщина, ну кто она такая, что она там себе может? Вот, и мы вот таким образом себя обесцениваем. Поэтому очень важно, когда вы обожаете, мы возвращаемся, как бы, видите, я вас так далеко-далеко повела, в итоге привожу, почему важно обожать себя, почему важно быть в контакте, почему важно себя любить, почему важно себя хвалить, потому что это в этот момент вы в контакте с самим собой, у вас мудрая составляющая пробуждается, у вас начинают приходить такие идеи, офигенные, которые могут захватить трех людей, а могут захватить 255 людей, а могут захватить десятки тысяч людей. Вот. И это та миссия, ради которой мы приходим, потому что многие из вас, вы чувствуете, что у вас есть предназначение, вы чувствуете, что вы ходите на работу, которую ненавидите. Вы чувствуете, что вы идете на работу ради денег, и вы ненавидите эти деньги. Неужели ради денег я должен идти на эту работу? У меня был этот вопрос. Если я иду на работу ради денег, я ненавижу эти деньги, потому что мне надо пахать 12 часов, чтобы заработать кусок хлеба, чтобы потом опять. И я не видела этого смысла. Пока я в какой-то момент, у меня не проснулась эта мысль. А что если работать ради идеи, нести эту идею, чтобы мир становился светлее? И это вызов этого времени. Вы все знаете о том, что заканчивается Кали-юга, время темное, и наступает время света. То есть это было предсказано, это пророческие времена наступают. Поэтому вы здесь, на этом канале, и вы поэтому чувствуете, у вас душа откликается на то, что я говорю, вам созвучно то, что я говорю, потому что вы уже внутри, у вас, знаете, вот эта роза внутри уже начала, вы попали в атмосферу, где эта роза начала раскрываться. Так что до встречи. Готовлю курс, я думаю, что с 15 сентября мы стартанем в курсе. Я все-таки хочу стартануть в курсе «Мастер жизни», потому что мы все мастера жизни, вот абсолютно все мастера жизни. Только один мастер творить болезни, второй мастер творить кредиты, третий мастер ломастер там, уничтожать все вокруг, а третий мастер, который мастерит и создает прекрасное и замечательное. Поэтому моя миссия в жизни, для меня лично, я живу яркой и насыщенной жизнью. Хочешь? У тебя будет так же.